видео Краскопедио. Большие первая книжка. Читайте это. Может, я приближу экран. Остановите видео. Вот. Вот останавливайте видео и читайте. Что как-то... Так, трактор. Вот трактор читайте. Потому что видео не должно быть долгой. Ну, вот эти снимочки как раз или плюсли вот катки под тапком. Если вы думаете, вот дети или дети, ну вот если кинете тапок на эту машину, он просто может расплавиться, он уже горячее идет, дым от него, он горячий, и разламывает он с ним. Ну и на это я вам не советую. Расскажу, под какие нельзя. Вот сейчас потом в конце видео скажу. Потом скажу в другой серии. Вот эти машинки. Вот это БелАЗ. Читайте. Просто я буду быстро учить. Ведь я не буду долгим. Приближайте, потому что они маленькие. Вот, потом буду советовать вам по такие. Вот какая огромная машинка. Вот это самая большая, наверное, для меня, потому что это. О, не, все перепуталось. А вот БелАЗы, КамАЗы. Да их нельзя называть КамАЗами, это какие-то огромные шишки. Вот кран подъемный. А это кран или нет? Грозно, это кран. Вот. Вот эти машины, вот пожарные крутые, вот я такие не видел, только по Краскопедии я таких ничего не видел, только травку видел, экскаваторы. И КамАЗ, вот БелАЗ не видел, сука. Ну, такие машины, я не помню, куда их видел. Вот такие. Но я вам не советую по таким, они разорвутся, поминутся. Вот такие не советую. А вот под Стартраки можно. Они же... Так.
Конец. Буду советовать.